Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Около 2/3 россиян, планировавших покупку авто, решили отложить это дело примерно на год. Причина – стремительный рост цен на автомобили. Социсследование на данную тему провел один из банков. Беда в том, говорят эксперты, что через год вряд ли что-то изменится, только машины еще больше подорожают. Готовы приобрести новое средство передвижения прямо сейчас только 8% респондентов. Трасса 101. В России уменьшается число автовладельцев, которые обслуживают свои гарантийные машины у официальных дилеров. Кто-то из-за дороговизны услуг уходит к частникам, а кто-то берется за дело самостоятельно. После того, как гарантия на автомобиль заканчивается, машет ручкой официалам примерно каждый второй хозяин авто. Несмотря на то, что там используют оригинальные запчасти, ведут сервисную историю и дают гарантию на работы. Трасса 101. АвтоВАЗ стремится заработать все деньги мира. Иначе как тогда объяснить то, что «Лада Гранта» подорожала второй раз за месяц и уже шестой раз за этот год? С 16 сентября модель стоит минимум 551 тысячу рублей. В январе 21-го за нее надо было выложить на 50 тысяч меньше. Рост цен в Тольятти оправдывают колебанием курса валют, дефицитом металла и электронных компонентов. Трасса 101. По подсчетам экспертов, число новых легковых авто в недорогом сегменте за последние 10 лет сократилось примерно на треть. Такое ощущение, что нас заставляют покупать дорогостоящие машины, беря в кредит у банков или как-то иначе решая финансовый вопрос. К тому же многие не понимают, почему один и тот же автомобиль 10 лет назад стоил столько, а теперь вот столько. Цены выросли в 2-3 раза. Например, за Renault Logan в 2012 году просили 340 тысяч рублей, сейчас минимум 734. За Hyundai Solaris 445 тысяч, теперь 900. Toyota Camry в начале 10-х стоила меньше миллиона, а теперь почти 2. Трасса 101. Максимальный размер выплат в рамках ОСАГО – 400 тысяч рублей. Но как быть, если автомобилю нанесен тотальный ущерб и убытки намного превышают указанную сумму? Из ситуации можно выйти, сделав оценку стоимости авто на момент аварии. За разъяснениями обратимся к руководителю отдела транспорта компании «Экскон» Константину Кузнецову. Мы можем осмотреть автомобиль полностью с выездом, с полной дефектовкой данного транспортного средства и составить смету восстановительного ремонта, если она превышает 400 тысяч. Если автомобиль нецелесообразно восстанавливать, то тогда мы еще составляем расчет стоимости транспортного средства на момент аварии и стоимость годных остатков. И разница между этими двумя величинами получается ущерб, который человек может потребовать второго участника ДТП. Если он не согласится в добровольном порядке, подать исковое заявление в суд. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт x-kon.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.